Добрый день. Визы в Россию для граждан Франции ставят хорошо, поэтому кто сталкивался, знает, что никаких особых проблем в оформлении приглашения или получении визы для граждан Франции нету. Единственное, что стоит обратить внимание, это на деловые многолетние визы, потому что в соответствии с соглашениями по упрощенным поездкам граждан стран Франции и России ставят годовые, двухлетние, трехлетние и даже пятилетние многократные деловые визы. Причем здесь правило очень простое. Если у гражданина Франции есть хорошо откатанная годовая виза, он может получать двухлетнюю либо трехлетнюю. Пятилетних, честно говоря, видел мало, но иногда их тоже ставят. То есть есть три европейские страны, это Германия, Франция и Италия, которые ставят россиянам пятилетние многократки, и, соответственно, Российская Федерация тоже гражданам Франции, Италии и Германии ставит пятилетние визы. Немного более сложная ситуация с рабочими визами в Россию. Но она связана не со сложностью получения самой визы, а с российской стороны, с оформлением всех необходимых разрешений на привлечение иностранцев для осуществления работы и постановки на налоговый учет. То есть, если ваш работодатель российский все документы оформил правильно, для иностранца приехать и получить рабочую визу никаких проблем не составляет. Далее надо отметить, что если граждане Франции подают документы на легализацию, на вид на жительство, либо они открывают здесь компании, и таких достаточно много людей, браков много между Францией и Россией, и очень много французских учредителей российских компаний, исполнительных директоров. Здесь нужно просто соблюдать, скажем так, имеющиеся российские визовые формальности. Потому что документы все получаются хорошо. Отказов я, честно говоря, видел очень мало гражданам Франции. И если все документы с российской стороны оформляются верно, то граждане Франции все российские документы получают хорошо. То есть здесь особых никаких проблем нету. На что надо еще обратить внимание? Если, допустим, из Франции в Россию едет какая-то группа, то есть смысл, конечно, заранее побеспокоиться о приглашениях и визах, потому что это просто занимает, скажем так, технически некоторое организационное время. А так, в принципе, визы все получают, особых проблем я не помню, отказов я практически не видел. Поэтому, если у вас есть такая необходимость в Россию приглашать своих коллег по деловым приглашениям, по туризму или на работу, пожалуйста, обращайтесь, мы все это делаем уже много лет. С Францией никаких проблем особых нету.